Приветствуем всех тех, кто сегодня выбрал в качестве досуга футбол. Таковых, я уверен, немало, ведь игра сегодня обещает быть крайне интересной. Вместе с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Ждем хороший футбол. Сегодня «Зенит» встречается с московским «Динамо». Что нового приготовил для нас и, главное, для соперника «Зенит»? Георгий, ну ты же понимаешь мотивацию этой команды. Им буквально рукой подать до еврокубковой зоны. Поэтому им сейчас самое главное не провалить концовку сезона и удержаться на тех позициях, на которых они стоят. У сегодняшних хозяев лучшая защита в лиге. Ну, хороший тренер знает, что любая победа добывается в том числе и за счет грамотной обороны. Здорово, он, конечно, поработал с командой. Дело было в 2007 году в Раменском. После углового мяч полетел по дуге от головы Лоськова в штангу и выскочил за пределы штрафной площади прямо на ногу Ширлу. После мощного удара он угодил в Немова, завис в воздухе и опустился в ворота за спиной Кински. И вот так один чех забил другому гол, который стал для «Зенита» золотым. А болельщики гостей тогда разобрали сетку с ворот на стадионе «Сатурн» на сувенир. Состав «Зенит». Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. И смотрим на состав «Динамо». Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. «Зенит» начинает первый тайм. Будем надеяться, что нас ждет интересный матч и будут забитые голы. Александр Ерохин. Это может быть опасно. Вот это да! Отлично сыграно! Александр Ташаев. Ибрагим Цалак. Панчин. Плохая передача. Еще бы ее не перехватить. Ибрагим Цалак. Очередная потеря. А вот атака питерцев. Мяч будет введен из аута. Игорь Смольник. Александр Герой. Удар. И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Крученным ударом игрок посылает мяч точно в сетку. Маэстро, вот так закрутить, это надо уметь. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Команды разыграли мяч в центре поля, и «Зенит» ведет в этом матче. Александр Ерохин. Может получиться интересная атака. Мяч у «Зенита», и арбитр даст свисток после окончания атаки. Попадает под прессинг. Евгений Луценко.
Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Тут может что-то получиться. Игорь Смольник. От углового флажка «Зенит» ведет мяч в игру. Давайте еще раз посмотрим, как был забит мяч, который вывел команду вперед. Еще раз смотрим повтор этого удара. Да, точно в правый нижний угол. И прямо в центр штрафной мяч летит. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. «Зенит» идет к воротам соперника. Надежно играет защитник, атака прервана. Александр Ерохин. Посмотрим за этой атакой. Смольников. А вот это стойко помогает мячу попасть в ворота. Гол! Мяч сотрясает стойку ворот и отскакивает в створ. Это гол. Вот интересно, а не было ли там рикошета? Довольно неприятный момент все-таки для вратаря. Он вроде бы контролировал ситуацию, но тем не менее мяч оказывается в сетке. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Тони Шунич. Кирилл Панченко. Ибрагим Цалагов. Арбитр видел нарушение, но даст «Динамо» закончить атаку. Это может быть опасная атака. Здесь прессинг. Александр Ерохин. Прекрасная игра защитников штрафной. Александр Ташаев. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Любимый счет Бориса Александровича Майорова. 2-0. Вполне ожидаемо играет «Зенит» и после первого тайма ведет в счете. Да, тут ничего удивительного. Действительно, команда показывает очень сбалансированную игру. И если чуть-чуть еще поднажмут, то, считай, победа от них никуда не уплывет. Александр Ерохин. Удар! Стойко помогает мячу попасть в ворота. Гол! Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Александр Ерохин. «Зенит» на половине соперника. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Нужно выходить из ворот. Все правильно.
Это может быть опасно. Опасно! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. Вот так, дорогу осилит идущий. Большой разрыв в счете, не отыграешь одним ударом. А по чуть-чуть вполне реально, как мы видим. Да, и посмотрим, что будет дальше, потому что лидирующая команда сейчас вполне может дрогнуть. Отправляется на скамейку игрок, и трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации. Достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Счет 2-1. Александр Ерохин. Динамо идет вперед. Доменико Кришин. Доменико Кришин. Может получиться интересная атака. Переправляет мяч в направлении партнера. Здесь защита справляется, мяч отобран. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Панчин. Тут просто подарили мяч соперника. Бело-голубые переходят в атаку. Арбитр назначает штрафную. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить опора, страсть и скорость. Ну и выносить мяч надо. Эльмир Набиуллин. Смольников. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Питер Ценочин. Пол команды обыграл. Ничего себе. И выносится мяч из штрафной. Набиуллин. Есть в выгодной позиции игрок. Как можно было так пробить, а? Не реализовал он выход один на один и еще мяч запустил куда-то неизвестно куда. Твоим словам тут, пожалуй, больше нечего добавить. Александр Ерохин. Отлично сыграно, надо решать. Хорош. Надо забивать! Отличный сейв! С этого углового можно укрепить преимущество. Вот так вот хитрят. Угловой раз. Смольника! Надо забивать и гол! Вот так мяч оказывается в воротах в результате не очень сильного, но главное точным ударом. Такой гол дорогого стоит, согласитесь.
Всех опередил он сейчас в штрафной соперника и без проблем отправил мяч головой в сетку. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Один счет. Результативный получается матч. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Тони Шунич. А вот и атака питерцев. Защитник подальше от ворот выносит мяч. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча. Мяч летит. Иванович! Тренер, по-моему, не верит, что с такой дистанции можно не забить. Просто взяли и подарили мяч вратарю. Нет, такие шансы, конечно, надо использовать. Играть еще 2 минуты, ну и то, что добавит арбитр. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Судья добавляет 3 минуты. Это может быть опасная атака. Теперь в атаке соперник. Тут защита справляется. Матч окончен. Мы сегодня смотрели классный матч. Согласись, Константин. Настроились смотреть классный, такой получили. Согласен, Георгий. Играли-то принципиальные соперники, а это всегда накал страстей, битва до последней секунды. Ну и на следующую встречу отличный задел. Александр Ерохин. Удар. А вот это интересно. Стойко помогает мячу попасть в ворота. Гол. Опасно. Надо сравнивать! Забивай! Вот так вот хитрят угловой разыгрыш. Смальников!